Всем привет! Вы на канале Сашки и Машки. И сегодня мы будем играть вот такую игру, которая называется «Бум-бум-баллон». Так что сейчас мы ее пока распакуем, да? И посмотрим, да, что же внутри находится. Да. Поехали? Да! Да! Да. Друзья, мы надули наш шарик, все построили, поставили, и теперь вам объясним суть игры. Суть игры в том, что в коробке находился еще вот такой квадратик, при помощи которого Алик и Машка узнают, кто сколько раз должен будет вот эти палочки втыкать в шарик. Они должны втыкать в шарик эти палочки до тех пор, пока этот шар не лопнет. Да. У кого этот шарик лопнет, тот проиграл. Да. Ну что, дети, поехали? Да! Ну давайте, дети, теперь мы узнаем, кто первый из вас будет начинать при помощи камень, ножницы, бумаги. Да. Давайте. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Дыр! Ну, Машка, ты проиграла, Алик начинает первым. Нет, бери квадратик и кидай. Только осторожно, чтобы мы увидели. Первый раз у нас произошла ошибка. Квадратик упал на пол. Так что, Алик, попытайся еще второй раз, но уже тихо бросай. Три. Цифра три. Значит, ты должен будешь три раза втыкать эту палочку в этот шарик. Давай. Раз, два, три. Нормально. Давай, Машка, сейчас твоя очередь. Держи. Кидай. Только аккуратно, чтобы не бросила на пол. Один раз. Бери палочку. Держи. Давай, втыкай. Только один раз должно цыкнуть, хорошо? Держи. Алик, поможешь ей? Да. Дай. Дай я сам. Раз. Все. В следующий раз пускай Машка сама делает, хорошо? Да. Продолжаем. Алик, кидай. Один. Один раз. Ну, давай. Я сюда. Один раз. Угу. Все. Раз. Давай. Сейчас, Мария, твоя очередь. Бери квадратик. Кидай аккуратно, сейчас не брось. Это цифра три. Хочешь, я тебе помогу? Нет, давай она пусть сама. Я подержу, а ты... Нет, в другую сторону. Поверни, поверни, Мария. Да. Три раза. Раз, раз, два. И еще раз. Три. Три. Давай. Все. Наш шарик уже слишком... Потолстел. Не то, что потолстел, он зажатый какой-то. Да. Так что будьте осторожны, я дети. Боюсь. Давай, Алик, кидай. Один. Цифра Потолстел. Единичка. Ну, давай. Подожди, я не знаю. Вот, все. Теперь. Ой, вот это. Опять упала? Да. Ну, давай заново, Мария, кидай. Второй раз. Давай я сам кину. Давай сюда. Нет, да, ей пусть она сама кидает. Три. Цифра три. Подожди, это вот здесь делай. Подвинкни. Давай. Давай. Немного. Давай, давай. Все, раз. Три, три, точно три. Да? Да. А
также, друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставить много-много лайков и писать в комментариях, если вам нравятся такие игры. Мы будем дальше снимать такие видео с такими же играми. А мы продолжаем. Давай, Алик, твоя очередь. Да. Китай. Цифра 3. О, тебе не везет. А, я боюсь уже. Да не бойся. Я боюсь. Давай. Аккуратно, 3 раза только, да? Раз, два, три. О, нормально. Машка, давай, теперь твоя очередь. Может быть, уже умрем. Цифра. 2 раза. Подожди, да, я найду. Вот. Вот все звезды. А то здесь удобно. Это я. Нет. Я не боюсь. Тебе удобно будет? Давай. Давай. 2 раза. Я боюсь. Не бойся. Да, я сделаю. Давай. Раз, два. Все, все, 2 раза. Нормально. Смотрите на него. Он весь деформирован. Да. Теперь моя очередь. Давай, кидай. 1 не повезло. А если он сейчас лопнет? Да. Ну, оставь, все, уже ты сделал 2 раза. Молодец. Давай, Машка, кидай. 2. А давайте уже не надо эту палочку, вы просто вот эти палочки уже до конца засовывайте. 2 раза, Мария? Ну вот любую выбери и нажми на нее, какую хочешь. Да не бойся. Какой, ну, давай. Какой ты хочешь, если я лопну? Не, покажи, какой ты хочешь. Ну как давай, это? Выбирай ты сам, Алик, она уже. Я выберу. Ну да. 2 раза только. Раз. Все. 2 раза. Давай, теперь твоя очередь, Алик. Вот там квадратик бери. Цифра. Два. Нет! Сейчас мы точно. Я боюсь. Раз. Два. Смотрите на него. Какой пупсик. Давай, Мария, теперь ты кидаешь. Боюсь. Да ты просто кидай, я буду вместо тебя делать, хорошо? Не, я буду делать. Ну, давай. Давай. Один раз. Все. Вот. Я боюсь. Алик, теперь твоя очередь, давай. Я не хочу, что мне попалось 3 и 2. Да, повезло. Так, что с тобой сделать? Вот здесь. Цифра. Двойка. Кажется, Мария проиграет. Я боюсь. Только тихо. Смотрите сзади. Ну что, мы проиграем. Не, сейчас Алики научат. Давай. Цифра. Тройка? Тройка. Ну, давай. Как повезло, чтобы он не лопнул. Есть. Я думаю, хватит. Нет, 3-й раз. Ну, давай. Все, повезло тебе. Я думаю, следующий точно лопнет. Да. Мария, давай, теперь ты кидаешь. Я боюсь. А ты делаешь? Нет. Вместо тебя, да, он тебе делает. Хорошо, ты кидай. 1. Повезло. Давай, Машка, теперь Алику. Я боюсь. Нет! Ну, давай. Вот эту. Задний. Подожди. Ну, я думаю, мы шарик не так уж сильно надули, поэтому он как-то долго тянется. Да. Давай, кидай, Мария. Вот ты был. Да. Маша.
мальчик у нас боится шарик. Теперь Алике научи. Давай. Нет, только не три. Дойка, давай уже. Я не могу слушать. Фу. Теперь я остался как пупс. Это, как называется? Моя очередь, давай. Покажи. Тройка? Двойка. Давай. Я можно я вот это делаю? Ну давай любой, нет разницы. Мне никак сильно не надули. Двойка. Давай. И какой же выбрать? Вот. Раз. Вот. Ну пока не лопнет. Да у нас каких-то три шара получилось. Смотрите, где шар? И здесь шар. И здесь. И здесь шар. Давай, Мария, теперь ты бросай. Один. Машке везет. Да я не... Что-то не думаю, что он раздуется. Что он лопнет, я не думаю. Давай, кидай. Мария проиграла. Друзья, наш шарик лопнул, я не ожидала. И Машка проиграла. Ну что, дети, вам понравилась эта игра? Да. А мы можно еще раз играем? Мы потом еще раз поиграем. Друзья, а вы не забывайте написать в комментариях, если вам понравилась наша игра, и поставьте нам много-много лайков, а также подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока!